Доброе время суток, и вот мы подобрались к нашему новшему. Новая у нас поездочка в обсерваторию, которую в прошлый раз мы так и не смогли попасть. Сегодня мы посетим обсерваторию. К сожалению, да, вот в прошлый раз как-то вот не повезло нам. Был ковид, и из-за этого наше путешествие отменили. Вот красивая осень, как и в прошлый раз, и снова обсерватория, которая находится у нас на Рекстукалнс в Балдене, рядом с Рекстукалнс. Вот такое сооружение. Да, немножко прохладненько сегодня у нас, но терпимо, терпимо. Ну что, мы ждем вход вовнутрь. Ну и вот, после экскурсии в обсерватории, мы поднялись на вершину Рекстукалнс. Она находится буквально тут рядышком, каких-то метров 50 пройти, так 150 может быть. И уже вышка на Рекстукалнсе. Красивый вид открывается с нее. А зимой сюда можно приехать и покататься с удовольствием на лыжах. Красивая, красивый вид. А вон там река Даугава. Да, осень красивая в этом году. Добрый. Ну и вот, добрались мы теперь до усадьбы Мерцендарц. Вот. Вы видите, здесь находится информационный центр. Ну и впереди у нас здесь парк, который достаточно, в принципе, территория достаточно хорошо сохранена, без каких-то либо больших изменений, на удивление. И, кстати, к этой усадьбе у нас ведет замечательная старинная липовая аллея. Я думаю, может быть, даже сделаю вставочку, как вот по ней еду. Здесь вот информация. И вот мы это все видим. Красивая большая территория. Ну да, уже все переделано. Вот. Там дальше, вот, когда подъезжаешь, еще была конюшня, видно, старинная. Вон домик. Ну, все как полагается в этом стиле. И мне предлагают в какой-то музей сходить. Сейчас узнаем, что там вообще. И вот мы отправляемся на прогулочку. Нам посоветовали пройти Рекстутака. Тут небольшая тропинка, на которой мы увидим разнообразные картины. Ну что, вперед. Ну и вот у нас встречает нас такой вот указатель. Мы, конечно, стартуем почему-то не от обсерватории, но как есть, так есть. И вот такая вот утоптанная тропинка, скажем.
конечно, без деревянных помостов, но хотя бы и так уже тут листики, у нас осень, прекрасная пора. Мы пока еще живы, живем на последние копейки, но пока как-то существуем. Конечно, с работой у всех становится все тяжелее и тяжелее, но как есть. Ну что, дойдем до первой картины, посмотрим. Ну и вот мы видим первую картину. Наверное, она нарисована в классике сюрреализма, или я не знаю даже, как это назвать. Так вот. Вот еще, но вот это уже покрасивее, да. Я больше придерживаюсь вот этих. Ну и вот мы добрались до Балдинской, так сказать, дома отдыха бывшего. Ну и нас уже здесь ожидает сюрприз, кстати. В том, что в прошлый раз, когда мы здесь находились, ну, еще было все открыто, то есть можно было поползать, походить. Но на данный момент уже, к сожалению, мы уже тут особо и не побегаем. Не разбежимся. Ну, ничего. Пройдемся, посмотрим, что выйдет. Ну и может быть у нас еще что-то даже на дроне пролечу. Хотя я тут собирался, но не знаю, как выйдет и как не выйдет. Потому что в прошлый раз, когда я тут был, у меня дрона еще не было для съемок. Теперь у меня есть. Есть даже права официальные на это дело. Чтобы можно спокойно, полноценно летать. Вот, кстати, речечка красивая. Кековиня. Вон. Еще птички, птички, птички. Так вот. Ну и вот само это строение, которое мы в прошлый раз посещали. Но, к сожалению, у нас как-то так. Было удачно, скажу, очень даже. Ну и вот мы видим, да, это все заколотили, обнесли забором. И, к сожалению, да, отсюда уже приваты пушим, то есть нельзя зайти и посмотреть. Ну, хорошо, что хоть успели в прошлом видео. Я думаю, оставлю ссылочку, на которую вы можете посмотреть будете. А так было интересно, красиво. Ну, как есть, так есть. А вот впереди еще одно строение. Ну, и я тут попробую немножко полетать. Thank you.
вот очередное строение этого санатория, но, к сожалению, мы сюда не попали. В прошлый раз нам тоже довелось в нем побывать, но уже вот обгородили. Помню, в прошлом году тут был трактор стоял, что-то наводил какие-то порядки. Но вот мы пока видим, что все это забито и как бы заброшено. Ну, так вот мы тут немножко полетаем, посмотрим, будет интересно. Да. Хорошее здание, которое можно было использовать, но у нас, как обычно, все, что можно использовать, используется против нас. Так вот. Thank you.
прошлом году здесь еще был вход, груда металлолома, как мы видим, может быть, что-нибудь и вставлю, если найду материал, на каком у меня из жестких дисков лежит. Но сейчас здесь уже полная чистота, все снесли, теперь газобетонные конструкции убрали разломанные и все вот так вот затементировали. Ну, попасть, конечно, на самом деле можно, но тяжелее, но можно. Красиво все так вот выглядит. Да, все рушат, рушат, разрушают, уничтожают. Как обычно, как обычно. Ну и вот, кстати, то помещение, которое в прошлый раз нам мы как-то удачно посетили. Но это столовая была. Сейчас уже вот, как мы видим, обнесена заборчиком. И сюда уже не попасть будет. Да, вот так вот это все есть. Да. Все уже привозили. Точнее, просто огородили, но чтобы привести в порядок как-то пока не очень. Да. Ну, все разваливается, разваливается потихонечку. Да, в прошлый раз здесь еще как-то попасть даже можно было. Так вот, зашили. Вон там, где вот в прошлый раз были окошки, где можно было еще как-то попасть. Уже все. Но все равно люди, думаю, расковыряют через какое-то время и опять будут ползать. Так вот и есть. Да. Вход запрещен. Да. Ну, хотя бы мы уж успели. Побывать тут внутри. Какой-то тут беспорядок творится. Хаос. Разбросано, но все равно. Уже, конечно, помещение старое. Здесь все зашили. Это вроде было. Просто в прошлый раз можно было аж вот здесь спокойно зайти. Было все открыто, но взяли все, закрыли. Ну, как есть, так есть. Даже вон замок висит какой-то. Ну и вот заканчивается наше сегодняшнее маленькое путешествие. И мы собираемся уже в обратный путь домой. Так что до скорых встреч, смотрите мои видео. Надеюсь, они вам понравятся. И будет что-то интересное у нас дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До скорых встреч!